Привет всем любителям спорта и добро пожаловать на наш канал. Мы продолжаем рассказывать о самых удивительных и красивых девушках из мира спорта. И сегодня это немецкая бегунья Алиса Шмидт. Она стала известна широкой публике в 2017 году. Именно тогда издание Busted Coverage признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. Шмидт родилась 8 ноября 1998 года в немецком городе Ингольштадте. Девочка с самого детства хотела стать спортсменкой, и родители отдали ее в секцию легкой атлетики. В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4x400 на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. А в 2019 девушка взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. Длинноногая блондинка считается восходящей звездой немецкой легкой атлетики. Шмидт специализируется в беге на короткие дистанции – 200, 400 и 800 метров, а также в эстафете 4x400 метров. Шмидт регулярно радует поклонников своими фотографиями, а ее аккаунт в Инстаграме стремительно подлетел к отметке в 2,5 миллиона подписчиков. Профиль Алисы привлек внимание многих СМИ. Девушка уже отклонила предложение позировать для журнала Playboy. Она считает, что спорт должен быть на первом месте. «Я хочу добиться признания благодаря спорту, а не благодаря своей внешности». Шмидт тренируется 6 раз в неделю. Занимается Алиса не только бегом, она много времени проводит в тренажерном зале и большое внимание уделяет силовым тренировкам. Алиса старается придерживаться правильного питания, но при этом не ограничивает себя в чем-то. Девушка признается, что любит шоколад. В свободное от спорта время Алиса много путешествует. Она бывает в экзотических местах и делится с подписчиками живописными фотографиями из каждой поездки. Своей главной спортивной целью Алиса считала участие в летних Олимпийских играх в Токио. Девушка мечтала побороться там за медали с другими бегунами. Но поездка оказалась неудачной. На играх в Токио девушка была включена в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза осталась запасной. В августе бегунья сборной Германии Алиса Шмидт сообщила, что приняла решение приостановить спортивную карьеру. Спасибо за ваше внимание, оставляйте свои лайки и подписывайтесь на наш канал.